Башкортостан может получить субсидии на развитие внутреннего туризма. О возможном расширении списка участников федеральной программы РБК Уфа рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Ранее о господдержке туристической отрасли заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В национальный план восстановления экономики после пандемии коронавируса включены, например, льготные условия возврата ранее выданных кредитов туркомпаниям. Субсидии на развитие въездного туризма до этого получали 17 регионов страны, но вот в рамках этой программы деньги могут получить и туркомпании Башкортостана, если такое решение примут на федеральном уровне. Дмитрий Горин считает, у отрасли в регионах есть огромный потенциал для развития, тем более учитывая туманные перспективы открытия курортов за рубежом. Упустить такую возможность нельзя, считают эксперты. От региональных властей требуется приложить усилия на развитие туристической инфраструктуры. Самый важный вопрос – это наличие инфраструктуры, гостиниц, сервисов, объектов. Туристы, кстати, сейчас запрашивают и активный туризм. Кто-то предпочитает путешествие на машине. И здесь мы рассчитываем на поддержку регионов, на строительство кемпингов, глэмпингов, так как туристы хотят видеть как можно больше период своего путешествия. Ну и отмечу, в Башкортостане реализуется программа поддержки предпринимателей, развивающих придорожный сервис. Им возместят до половины затрат на строительство и реконструкцию кафе, гостиниц, кемпингов на региональных трассах. Но при этом не более 30 миллионов рублей. На субсидию могут претендовать бизнесмены, если объем их инвестиций составит больше 50 миллионов рублей.